Привет! В пятницу вечером ездили в Солнечногорск, клуб, на концерт легендарной группы Кукрыниксы из серии «Русский рок The Best». На концерте было полный зал народу, все артисты в черном, полтора часа жгли по-детски, и все вместе, всем залом хором пели «По раскрашенной душе моей». Чуть-чуть еще потусовались и поехали домой на такси. А в такси какая музыка играет? Обычно шансончик. А тут был представитель с Кавказа водитель, у него был такой какой-то дагестанский шансончик. Пели «Слушайте своих любимых матушек, берегите свой авторитет». Приехал домой, ушах все гудит после концерта, уснул только в 4 часа утра. На следующий день проснулся пораньше, в 4 часа дня, и только встал петь, как на концерте. И стал петь. Слушайте своих любимых матушек, берегите свой авторитет. Вот так вот последняя песня больше всего запомнилась.